Во дворце спорта «Видное» прошел новогодний молодежный бал для учеников видновских школ. Это мероприятие уже давно стало традиционным для горожан. Ежегодно в нем принимает участие не одна сотня учащихся. А все ради одной светлой цели – зарядиться положительными предновогодними эмоциями. Подробности далее. В пятницу вечером во дворце спорта собрались только лучшие учащиеся старших классов видновских школ. Те, кто проявил себя в спорте, учебе или искусстве. Такие ребята уже третий год подряд получают возможность перед Новым годом посетить молодежный бал. Именно заслуженные дети, которые заслужили обстановку праздничную, мероприятие, это очень, конечно же, правильно. В мероприятии приняли участие 9 видновских школ и 2 колледжа. Ученики каждого учебного заведения подготовили номер, с которым выступили на сцене. Кто-то выбрал танцы, другие – пение, третьи – и вовсе театральную постановку. От этого концерт получился разнообразный, интересный, красочный и позитивный. Помимо этого, на протяжении всего мероприятия ведущие проводили конкурсы, призы за которые гости получили в конце всех выступлений. Мы также можем посмотреть на других ребят, кто чем может, да, похвалиться. Атмосфера на мероприятии царила праздничная и веселая. Еще бы, столько молодых, перспективных людей, у которых вся жизнь впереди. Они просто излучают энергию позитива. Для школьников новогодний бал – это возможность не только лишний раз продемонстрировать свои способности, но и пообщаться со сверстниками, что очень важно в их возрасте. Мероприятие очень интересное, довольно веселое, сближает детей с разных школ. И действительно, перед Новым годом отдохнуть, получить удовольствие – на самом деле классная возможность. Все собираются в одном месте. Какая-то такая тусовка, весело. Позитив заряжает. Как-то сплоченность какая-то появляется. Новые друзья. Следующий год для старшеклассников очень ответственный, поэтому так необходимо сделать выдох и хорошо отдохнуть в компании сверстников, чтобы после собрать все силы в кулак и успешно сдать экзамены. Это настоящий предновогодний молодежный бал. Естественно, только одно слово «молодежный» поднимает настроение, дух, придает силы, чтобы Новый год для этих детей был удачным, потому что здесь 11-классники, которые будут сдавать единый государственный экзамен с дополнением, будут писать сочинения. Да и сами школьники в новом году желают друг другу, конечно же, успешной сдачи единых государственных экзаменов и поступления в выбранные вузы. А что еще надо молодым людям, у которых есть цель на будущую жизнь? Я хочу пожелать того, чтобы мы все успешно сдали экзамены, потому что это самое сложное для нас всех. Как 10-классников, так и 11-классников. У нас все мысли, собственно, об этих экзаменах. Ну и просто получить все, что мы хотим от жизни. Организаторы мероприятия, Управление образования Ленинского района и администрация города Видное планируют и дальше продолжать эту добрую традицию устраивать молодежный новогодний бал. Ведь за 3 года он так успел полюбиться школьникам. Хорошая традиция, будем ее продолжать. Желаю всем участникам удачи и всех наступающих Новым годом. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.